ходят, ходят по ним дороги в ранний и поздний. В общем-то, это маршрут первой категории сложности считается, то есть не самый трудный. Но поскольку дети некоторые еще не ходили в такие, ну вот Кузнецкий, например, Алатау, только до Тюльверского городка и до деревни Журавлева. Поэтому, конечно, подъемчики в гору им показались не такими уж простыми. Я делаю тортик. Самый вкусный тортик, наверное. Из чего? Из печенек и сгущенки. А еще вот. Какао. Видите, да, и какао. Когда тяжело идти, уже как бы сами уста про себя произносят молитву, и намного легче. Господь укрепляет и помогает. Когда мы прошли определенный участок, такой трудный участок, я думал, что сложнее больше ничего и не будет. Но каждый день действительно открывает много нового. Порой являют собой пример дети, скауты, пример терпения, выносливости. Вот. И особенно удивляет их сплоченность, готовность друг другу помочь, что они не только в мыслях, в желаниях, но на деле. Очень трудно, но они поставили рюкзаки и пошли помогать другим. В мире много горя и мучения, наступила страдная пора. Не забудь святого назначения. Думала, тут очень трудно будет ходить, но я забыла, что тут трудно будет ходить. И как бы так легко стало. Видела всю такую красивую природу, цветы, бабочек разных, гусениц, растений. Научилась тут пилить дрова, рубить топором. Тяжелый рюкзак несешь и думаешь, когда привал будет. Тебе говорят, а он еще не скоро, и ты идешь и терпишь это все. Вот. Не знаю, каждый год иду, думаю, больше сюда не поеду. Но потом как-то приезжаю и заново, и весь год жду этого момента, когда уже отъезд будет. Благослови на войну, дом сохрани, спаси. Так собирались в поход ратные люди Руси. Так от начала времен солдату дана благодать. С Богом надежнее жить, с Богом легко умирать. След звезды по дорогам, на душе покой, да тихая грусть. Испокон веков граничит с Богом,
прям в облако спускается. Моя светлая Русь. Сколько раздоров да смут ведала родина мать, как нас хотели согнуть, как нас пытали сломать. Сколько шакалов да псов скалится с разных сторон на золото наших хлебов, на золото наших веков. Вслед звезды испокон веков граничит с Богом. Моя светлая Русь. Нам чего-то не хватало, и кошки на душе скреблись. И как-то легче нам всем стало, когда мечты наши сбылись. Когда мы с вами повстречались под Моисеевой горой. Когда мы просто все обнялись, единой стали всей семьей. Запытан наша трехкратная скаутская. Ура! 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 Что собирали отцы, нас научили беречь. Вера родной стороны, песня, молитва да меч. Как повелось от корней,